Во Владивостоке в рамках Дня озеленения города дорожная развязка рядом с Мариинским театром была усажена цветущими деревьями и кустарниками. Мы 2 года назад высаживали хвойные растения здесь недалеко, а теперь мы решили обратить внимание на то, что в городе мало цветущих растений. Вот, я не знаю, мы просто стоим в самом-самом, наверное, красивейшем месте, Золотой мост, Мариинский театр. Проезжая здесь, всегда кажется, что это какой-то пустырь, и волей-неволей хотелось, чтобы здесь росли цветущие деревья. Совместно с многодетными семьями приняли участие в посадке растений сотрудники муниципального учреждения «Зеленый Владивосток» и глава города Константин Шестаков. Сегодня будет высажено порядка 180 кустов и деревьев здесь. Сам планирую высадить 8 абрикосов. Абрикосы вот уже 4 за моей спиной высажены, еще впереди 4. Ну и вот в ближайшее время приедут хвойные, но посмотрим, может быть, еще я успею там 3-4 штучки посадить хвойных. Ну а так, вот 180 единиц здесь на развязке за Золотым мостом у нас сегодня появится. Совместный большой проект с многодетными семьями города Владивостока. Мы уже как минимум в третий раз этот проект реализуем. В прошлый раз мы 2 раза высаживали чуть ниже, в районе Олега Кошевого. Кстати, очень хорошо принялись. Мы высаживали сосну недалеко от Зеленого острова. Принялась. Вот уже 2-й сезон, слава богу, растет. В рамках облагораживания территории были высажены абрикосы, сливы, сирени, форзиции, рододендроны и сосны. А поддерживать порядок и уход за саженцами будут сотрудники муниципального учреждения «Зеленый Владивосток». В акции приняли участие сотни активных горожан и представителей различных организаций. Новые деревья и кустарники высадили на 7 участках, всего более 600 саженцев. Напомним, день озеленения состоялся в рамках проведения во Владивостоке санитарного 2-месячника. Олег Завьялов, Ксения Быкова, Степан Скляров. Новости на 8.